хочешь дать им отпор? Прошу тебя, не надо! Лучше беги! Ох, хоть бы ты услышала это! Жаль, что луна такая яркая, может выдать. Эти ублюдки перерезали всю скотину. И он психопат. Говорят, он сделал из своего ранчо настоящую крепость с вооруженной охраной. Thank you.
ночью удобно прятаться. Удачное место. Сменю позицию. Я еще жива. Все пригодится. Надеюсь, сводишь ты лучше, чем стреляешь. Шутка. Я только учусь общаться с людьми. Меняю позицию. Отсюда ни хрена не сделать. Сейчас все сгодится. Могло быть и хуже. Меняю позицию. Thank you.
Понял. Весь Фолс Энд перед тобой в долгу. Спасибо, что освободил Фолс Энд. Зять рассказывал, что эдемщики хотели забрать у Ника Рая самолет, а он их послал. Иоанн будет...
Люблю анекдоты. Круто. Что-то новое. Когда увидишь, что река раздваивается, сверни направо.
Взрывай их нахрен! Подручные Иосифа отравляют нашу воду. Проверь резервуары, всякие такие местечки, и прогони их оттуда. Да ты у нас теперь прямо ас! Почти как Клатч Никсон! О да, крутой был мужик. Спасибо! Ким! Наш самолет! Да, я знаю! Так, теперь развернем его. Давай, хватайся! Знаешь, первый раз за долгое время мне хоть немного повезло. Сраные дымчики. Ким, давай!
Я надеюсь, что он в порядке. Знаешь, этот самолет у моей семьи уже 3 поколения. Представляешь? Ким, ну где ты? Да, уже иду. Боже, это женщина. Так вот, мой дед купил его после окончания Второй мировой. Это была его гордость. Я над ним поколдовал за эти годы. Ким, блин, ну можно побыстрее? Что? Вот ведь уроды, что ж им не имется? Боже мой. Слушай, я пилот получше тебя, но на земле ты просто зверь. Давай я вверху, ты внизу. Ну что скажешь? Вперед! Ким! Не выходи, пока я не вернусь! Ты неплохо разогрел пушки, но я раскалю их до бела. Ким дома? Позаботься о ней, дружище! Сдавай упор!
вроде прицелился. Погнали! Нет! Нет? Нет! Идем! Ведь это наш дом! Брось, Ким, ты не понимаешь! Чего это я не понимаю? Они отбирают земли, похищают наших друзей и вообще творят, что хотят! Ким! Ник, еще твой дед построил этот дом. И ты хочешь его бросить? Ты же так часто говорил о том, что хочешь передать дело дочери. Вообще-то я хотел передать дело сыну. Ты же сам был на УЗИ, ты же видел, это девочка. Ну, на этом черно-белом экране не поймешь, нет никакой гарантии. Ник. Люблю тебя. А я тебя. Ну что ж, похоже, мы здесь окопаемся. Эй, слушай, нужна будет помощь, только свистни. Ага, мы с тобой будем как Буч из Санденс. Ник, они оба погибли. Прошу, позаботься о нем. Ким, Ник, я ненавижу совать свой нос куда не просят, но послушайте меня. Мне никогда не нравились врата Эдема, и я знаю, вам тоже, но скоро уже никто не сможет отсюда уехать. Подумайте о семье. Скоро у вас будет ребенок. Я знаю, вся ваша жизнь тут, но мы хотим уехать, пока не стало слишком поздно. Говорят, в этом замешаны власти, и я не хочу остаться здесь с ними. У вас есть самолет. Садитесь и улетайте, пока можете. Я все. Храни вас Бог.
пока всюду ищут бензин, заливают в бензовозы. Планируют нападение, думаю. Гляди в оба, увидишь их. Взрывай к чертовой матери! Святош, слушаю. О, ну конечно, блин. Они ищут тебя, помощник. Похоже, осталось еще два бензовоза, и их перегоняют в укрытие. Не дай им уйти. Помощник, заглядывай, если нужен будет самолет. У нас их целый ангар. Thank you.
Thank you.
девушку, пока они не организовали нападение. Отличный вид, да? Ник учил меня летать на третьем свидании. Тогда я влюбилась в долину. В те времена...